Пожар на улице Лермонтова, 42, начался в гараже частного дома. Загорелся автомобиль. Уже от него пламя перекинулось на жилой дом. Ее владелец рассказывает, что он занимался сварочными работами в гараже. Здесь же находились 6 кислородных баллонов. Прибывшие через 5 минут после поступления вызова огнеборцы смогли вынести их из огня. Иначе взрыва было не избежать. Я работаю, но я уже варил. Ну, я перекатил варить, все, посмотрел, ничего не горит. Отошел, все, хожу. А потом вдруг как стрельнул что-то и загорелся, не смог потушить. Что стрельнул? Не знаю. Кто там еще находился в доме? Вон она вышла, сатана. Я не знаю, почему он загорелся. Я уже потушил все, варил чуть-чуть. Закончил варить, вышел на улицу, походил. Потом думаю, потом я доделаю. Пожарные подразделения действовали четко. Движение по дороге перекрыли полицейские. Несмотря на это возгорание, наблюдали многочисленные прохожие. К часу дня пожар был ликвидирован. В результате возгорания автомобиля горел гараж, а также жилой дом на площади 100 квадратных метров. На место пожара выезжали 4 единицы техники, 20 человек личного состава. Виновные лица и материальный ущерб устанавливаются. С начала года в регионе произошло 180 пожаров. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.